канун календарной зимы в регионе произошло сразу несколько серьезных аварий. На 32-м километре автодороги Тверь-Волоколамск погибли два человека. Они находились в ВАЗе, который выехал на встречку и столкнулся с самосвалом. В Западодвинском районе на трассе М9 Балте водитель Черри не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Сам водитель 90-го года рождения не пострадал. Медицинская помощь потребовалась пассажиру, женщине 95-го года рождения. На трассе М9 Балти автомобиль Hyundai пошел на обгон и столкнулся со встреченным МАНом. Водитель легковой иномарки, мужчина 64-го года рождения, погиб. Одной из причин аварийности в переходный на зимний период сотрудники ГИБДД называют психологическую. Водители не перестроились на зимнее вождение, требующее особого внимания к скорости и соблюдения дистанции.